Привет, друзья! Канал «Реализация законного права». Права автовладельцев по временной защите в Люксембурге. Каждый переезжающий в Люксембург должен зарегистрировать свое транспортное средство в Национальной транспортной службе СНСА в течение 6 месяцев с даты прибытия. После проживания в Люксембурге в статусе резидента более 185 дней следует подать заявку на обмен иностранных водительских прав. Больше информации по телефону горячей линии с 7.30 до 16.30 с понедельника по пятницу или у них на сайте. Подробности будут в описании под видео. Друзья, мы сейчас живем в условиях военного времени, но при этом важно понимать и знать свои права. Подписывайтесь на канал, друзья, и увидимся с вами в следующем видео.